Попытка выбить долг для двух жителей Аведёпольского района может стоить обоим свободы. Мужчины выманили своих якобы должников из Одессы в поселок Авангард и решили с ними крепко поговорить. Но беседа не задалась. Одесситов побили, обстреляли из травматического оружия и скрылись на машине приезжих. Пострадавшие обратились в местную полицию. По горячим следам копы задержали одного из нападавших. Им оказался 28-летний житель Аведёпольского района. Чоловік перебував вдома в одному з сіл Аведёпольського району. Під час огляду його автомобіля було виявлено та вилучено ймовірне знаряддя злочину. Це пристрій для відстрілу гумовими кулями, помпова рушниця та газові балончики. Чоловік своєї причетності до злочину не заперечує та пояснює це тим, що мав намір забрати борг. Второй сообщник скрылся на украденном автомобиле. Машину позже нашли брошенной. 21-летний преступник сейчас в розыске. Разбойникам инкриминируют сразу две статьи: нанесение телесных повреждений и угон автомобиля.